С 1 января техосмотр автомобиля будет фотографироваться и вноситься в единую информационную систему, а диагностические карты переведут в электронный вид. В новом документе должны быть фото, дата, время начала и окончания технического осмотра. Все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде не менее 5 лет. Доступ к ней разрешат для сотрудников госавтоинспекции. Такие меры позволят пресечь выдачу поддельных документов о прохождении техосмотра и тем самым снизит количество ДТП.